16 дворов в Сергиево-Посадском округе значатся в плане комплексного благоустройства дворовых территорий на 2022 год. Степень готовности некоторых из них проверил глава округа Михаил Токарев вместе со своими профильными заместителями. Так, например, во дворе дома номер 10 по улице Школьная стадию проводимого благоустройства они оценили как завершающую. Здесь осталось закончить работы по выравниванию почвы, убрать аварийные деревья, подготовить участки под газон, завершить установку некоторых элементов и форм на детской площадке. Ну и кое-что подкрасить. Вы хотели оставить. Все, мы сейчас ее тоже подкрасим. Вот это, да? Да, сказали оставить. Подкрасим. А старую демонтировали и новые элементы поставили. В Большом дворе на Озерной улице в микрорайоне ферма работы по благоустройству только начались. Пока на месте народных тропинок заасфальтировали дорожки. И, судя по всему, поработать на этом пространстве придется основательно. Сейчас просто посмотрели, есть у нас некоторые моменты. Я думаю, что вот эти вот у нас старые, наверное, такое, как скажем, красивое, интересное место, но опасное для детей. Скорее всего, будем с жителями разговаривать о том, чтобы, наверное, это все дело сносить и уже благоустраивать данную территорию уже совсем тоже хорошо. По предварительной оценке, старые кирпичные игровые элементы во дворе на Озерной вряд ли подлежат реконструкции. На их месте хотят установить современную детскую площадку. Но в любом случае проект благоустройства этой дворовой территории обязательно согласуют с жителями окрестных многоэтажек. Ирина Максимова, Антон Коврижных. Программа «События».